Чагла? Чагла? Доченька? Что случилось? Что ты сделала с собой? Мама, почему меня никто не любит? Отец меня не любит. Бурак меня не любит. Зато я тебя люблю, родная. Я очень сильно тебя люблю. Люблю больше всего. Люблю тебя больше всех. Больше всех на свете. Пожалуйста, не плачь. Мне больно видеть тебя такой. Ты меня так расстраиваешь. Мама, я отрезала волосы. Ничего, короткие волосы тебе тоже подойдут. Не расстраивайся из-за этого, хорошо? Очень подойдут. Мама, я тебя очень люблю. И я. И я тебя очень люблю. Доброе утро, мамочка. Чагла, ты в порядке? Да. Иди сюда, сядь, надо поговорить. Мама, не смотри на меня, как на безумную. Сядь. Чагла, то, что произошло вчера, ненормально. В последнее время ты так изменилась. Я понимаю. Тебе сложно признать, что случилось между вами с Бураком. Тебе нужна профессиональная помощь. Что скажешь? Тебе станет намного лучше. Мама, не преувеличивай, прошу. Вчера я была пьяной. Я разозлилась после ссоры с Бураком и выместила злость на волосах. Все равно хотела постричься. Но они ведь вырастут. Чагла, но это не повод. Мама, все в порядке. Это был минутный порыв. Я все равно пойду в салон. Ты все же подумай об этом. Хорошо. Прекрасная прическа. Прекрасная. Папа, что здесь происходит? Дочка. Я не могу поверить. Я думала, мы пообедаем втроем. Эда, прекрати. Мы пообедаем вместе, как нормальные люди. Пожалуйста. Добро пожаловать. Привет, спасибо. Здравствуй, Вулкан. Здравствуй, Эда. Эда, дорогая. Приветствую. Чагла, прекрасная прическа. Правда? Спасибо. Эда, как дела? Может, сперва закажем что-нибудь? Отличная идея. Можно вас? Дети, как вы знаете, мы уже давно встречаемся и очень счастливы. Мы хотим, чтобы это счастье продолжалось. То есть мы решили пожениться. Мамочка, я так рада за тебя. Поздравляю. Поздравляю, папа. Спасибо. Спасибо, дети.
Поздравляю. Вы действительно стали прекрасной семьей. Эда, мы здесь все семья. Пожалуйста, сядь. Нет, папа. Ты с самого начала прекрасно знал, как я ко всему этому отношусь. Ты ведешь себя как ребенок. Пожалуйста, сядь. Все смотрят на нас. Нет. Ты паникуешь, что твоя будущая жена расстроится. Какое достижение. За короткое время она смогла тебя подобрать к рукам. Эда, ты проявляешь неуважение. Пускай идет. Я с ней поговорю. Я прошу прощения за свою дочь. Дети, мы и так знали, что это случится. Мы знали. Benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.